На одном из лыжных курортов во французских Альпах в результате схода снежной лавины погибли 3 человека. Один из них – турист из Украины, а 2 – это школьники из Франции. Об этом сообщают местные СМИ. А кроме того, еще 2 детей и учитель получили серьезные травмы. В поисках пострадавших были задействованы свыше 60 спасателей со специально обученными собаками, а также 4 вертолета. По мнению очевидцев, сход лавины мог быть вызван другими лыжниками, которые катались в этом районе. Президент Франции Франсуа Олланд выразил искренние соболезнования близким погибших и заявил, что вся Франция скорбит вместе со всеми.